Просто камера работает. Вот так бежать, вот, да, даже если в воздухе пробежаю. А руки, руки что? Да, расслабленные, ни за что, расслабленные, ни за что не держаться. Господи, ветер, я боюсь. Ветер стих, подожди. Давай попробуем, только нам сейчас нужен нежели больше разбег, чем у них был. Вот. Старайся не потерять ботинки. Но как же это сделать-то? Высоко ноги поднимать стараться. Так, сейчас у нас, видишь, ветра нет, они взлетали с ветром. Угу. Ну смотри, я дальше тропинки не пойду, да, я жить сами хочу. Бросай нас там, и мы сами там вылетим. Здрасте, а куда нам бежать-то? Прямо, прямо. А? Вот, вот по тропинке, где протоптана тропинка. Так. Ветер какой? Вот так справа пошел, да? Да, 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 и слабый, слабый совсем. Это надо навязать какие-то ленточки дополнительные. Давай взлетать, потому что мы подождемся, что мы вообще не полетим. Видишь, повезло. Ой, просто бежать, боюсь. Хорошо? Не все, садиться. Прямо? Конечно. Все время бежать? Да. Да, главное бежать. Нам быстро надо бежать. Ну это как? Это очень. Ну как можем быстро. Ой, господи. Сейчас чуть-чуть ветерок. Блин, вот хреново без ветра. Без ветра. Глаза зажмуривать можно? Нет. Ты готова? Нет. Когда готова? Скажи, пожалуйста. Да вообще не готова. Пошли в машину. Да. Давай, я тебе скажу. Раз, два, три. Погнали. Степан выходит. Мы с тобой бежим. Не садимся, не садимся. А вот теперь садишься. Удобно? Все, полетели. Кайф! Мамочки! А это она не ой, мама, вы извиняюсь. А ты кошелька нет? Если ветра нет, если бы нам бы не было в лицо, мы бы висели на месте. Такое возможно. Да? Мы же должны лететь. Опа. Здорово. Thank you.
Как мягко, как на руках. Ой, умница! Так, подожди, я закрою. Сейчас я тебе все помогу. Хорошо. Так, сиду. Я хочу это смотреть. Сейчас я тебя это сама. А тут стоп-кадр сделаешь вот потом. Вот ты это смотри. Я хочу, мне ноги мерзнут. Подержи-ка. Подожди, вот сюда я. Прости, я не хотел тебя бить. Минус челюсти. У меня как-то надо ее закрыть. Да, я говорю, давай закинем сначала. Как неудобно. Теперь просунь там, где нету строп. Оп, все. Сейчас я тебя отстегну. Ой, капец. Да, я надета. А памятник? Может, я, конечно, стесняюсь спросить, памятник кому? А тут просто так, любим памятник. Ты можешь вставать. Так подожди, я теперь надеть его не могу. Да что ты, зараза? Вот, справилась. Ага, как тут вставать? Вот так. Держу. На-ка. Передавай всем пока. Мы пока, живы. Пока. О, здорово.